Александр Кайнов готовится к выезду. В среднем за смену его машина выезжает 12 раз. Сегодня два вызова – в Максимовку и Дему. Оба в рамках профилактической акции. На скорой Александр работает 15 лет. Говорит, водители стали уважать спецмашины. Но бывает, попадаешь в поток и не можешь выбраться. Улицы узкие, деться некуда. Особенно сложная ситуация в Черняковке. Иногда скорой помогают сотрудники ДПС. Когда мы работали вот в Затоне, везли тяжелого ребенка, машина ДПС проводила нас прямо до глазного института. Просто я проехал со спецсигналами под красный светофор, как говорится, и они увидели это при объяснении ситуации, они нас проводили. Доезжаем до Максимовки. Дороги практически нет. Бывает, врач ищет адрес с фонариком. В городе другая проблема. Паркуясь, водители не оставляют проезд для скорой и пожарной машины. Куда не ставишь, мешаешься. Убери, говорит, машину. Не понимаешь, что действительно больного сейчас будут выносить или что? Их это не волнует. Я приехал на вызов, и мне не дали проехать. Но я говорю, ладно, хорошо. А если будет у меня носилочный, допустим, мне же надо подъехать к подъезду, чтобы вынести все как положено. Он, ничего страшного, я, говорю, тоже здесь недолго. Этот водитель ушел, бросил машину. Выбегает, подходит ко мне и говорит, слушай, извини. Это, говорит, как раз к моей матери приехали. А мы тем временем едем из Максимовки в 22-ю больницу. Вот ее, давай, вот, бери. Останавливайся. Не предоставляйте преимущества в движении специальному транспорту со включенными проблесковыми маячками. Тороплюсь на работу просто. За данное нарушение водителю грозит административный штраф по статье 12.17, часть 2, 500 рублей, либо от 1 до 3 месяцев лишения права управления. Данный материал будет рассматривать мировой судья по месту совершения данного административного правонарушения. На дороге все участники должны быть внимательны, а водители скорой, хоть и понимают, что включенный спецсигнал дает им преимущество, в первую очередь думают о безопасности. Алина Таюпова, Марат Ганеев, городской телеканал ЮТВ.